Когда ты там гудишь? Блин, ну нет. Здесь лед, тут несколько. 5 мотоциклов осталось. Я тебе вам говорю, туда. Испанцы, что ли? Там испанцы. Все. Испанцы. Нам нужно было туда повернуть. Точно? Да. Вырубай. Сейчас вы будете посещать вышку, которая называется Торре Вежье. Это португальская... За полярами сидят за 50 километров. Тут наша вышка где-то больше 50 километров. Получается, как бы на Серра-дос идет самая высокая точка. Здесь у нас тоже, вы сейчас посетите самую высокую точку на нашем Монте, где находится эта вышка. А потом мы поедем, вам покажем баранчиков и баражий нас. Вы едете, хочешь ехать? Хочу. Отлично. И я еду в кузове. Вы все едете. Ребята, вы... Давайте это, только давайте. Сёмка пускай садится внутрь, и я тоже хочу в кузове. Да. Нет, я в кузове. Да, классно. Да, да, да. У тебя камера, ты если будешь так держать, она выпадет. Я не буду держать камеру. Тогда давай, оставайся. Подожди, я хочу, я не могу сказать, ты мне слов не даешь. Ребят, вы прирожденные геоагрикультура. Геоагрикультура. Агрикультура. Все, уже отзвонили, сейчас тушить будут. Молодец, Андрей. Это кто, Андрей, да, сообщил? Наверное. Наверное, Андрей. Сейчас узнаем. Вертолет. Сейчас будут тушить, это совсем рядом. Ну, у него это нет. Очень рядом. Это совсем рядом. Трада платная. А, на платке? Да. А что сказали, Сигагу, не? Бараны выкидывают все из окна, блин. Вот, смотри, выкинули из окна сигарету, да и все. Чудо перья. Дейзик, свой. Аира сидит. Прощайте! Не надо меня крестить, не надо. У меня ребенок первый раз поедет сейчас на баге. Впервые вообще едет на машине. Спасибо ребятам, жду, дали прокатиться. А этот пожар на платной дороге, вот смотрите, кто-то ехал и бычок выкинул в окно. Вот и загорелось. Ничего себе, ковбой! Тормози! Тормози давай! Потом еще прокатимся! Тормози! Ничего, он с ветерком вас прокатил! Сёмыч, поздравляю, что понравилось? Очень. Погиб, нормально. Ты как, там ничего не намочило? Пейзаж. А что ты по дороге не поехал? А потому что здесь мы можем встать в замок все. Чтобы снять замок. Начинался строиться в 12 веке, но потом прекратили эту стройку и где-то уже 14, вот мы монеты находили, кстати, 14 и 13 век. Вот, там мы были, когда в середине, там есть вот королевская обитель и для челяди тоже рядышком. Вот, он, короче, военный замок. Очень красивый, он крестом вот таким вот круглым сделан. Очень красивый. Это замок Эверамонте. Раньше назывался Санта-Мария. Его уже потом назвали Эверамонте. Как бы середина между Эвера и Стримош. Ну, здесь, кстати, вообще, вот тут вот на юге, считайте, в каждом городке по замку.
Да, столько да. замков, что-то а смотри, с чем-то. Так Эвера была же резиденция королевская. Да. И тут уже все было. А здесь же конкретно 60 километров из Испании. Ты понимаешь? Вот отсюда получается 60 километров из Испании. Слушай, ты как пионер, вроде в Европе родился. Футболка жесть, шапка, шедевр тебе идет. Пионер. Тебе еще бы пионерский значок и галстук. Бутылку Мадейры. Художник. Ты вообще пионер. Бутылку Мадейры. Не говори. Повернись, повернись. Тихо. Какая-то сова там или что это такое? Не сова. Кого ты ловишь? Бабочек. Я же тебе говорю, нет, пионер. Нет, ему сачок нужен ему. Вот, Владимир, стоишь здесь. Буратино, помнишь это? И первое впечатление. Я сейчас поймаю. Что на этой горе помнишь, кто собирали это там? Завоеватели. И смотрели, как напасть. Как взять. А почему нет? Масло лили. Испания где? В какой стороне? Влево? Справа, да? Это мату. Ну, а чего нет? Бурьян. Вполне возможно. Дико вкусно пахнет. Ядовитый. Да? Да. И, короче, на этой горе строили свои эвакуарные планы. Он крепкий очень. Я люблю такие. То, что ты крепко любишь, мы уже поняли. Это мат. Мат он называется. Убийца. Это убийца. Короче, сейчас я остановился. Может, я должен дать инструкции. Давай, я понял. Сейчас очень... Крутой да, подъем. Да. Держитесь вот так. Со всех сил. Не, я... Надо контролироваться. Да, Баирка, сидеть. Сидеть, Тося, сидеть. Сидеть, моя хорошая. Oh, baby, baby, I wasn't supposed to know. Something wasn't right here. Oh baby, baby, I shouldn't let you go. And now you're out of sight. Yeah, show me how you want it to be. Tell me, baby, 'cause I need to know now. Because my loneliness is killing me. Вот, собрались. Теперь смотри, мы соседи видим. Смотри, вот наши соседи. Сколько у вас до соседей? Вот это наша хата, видишь? Они не могут. Да, вот, за вами. Вот там. Вот это соседи наши одни. И, короче, вот там где-то за 5 или 10 за горизонтом другие. То есть мы тут одни. Вот. Вот наша земля идет, видишь, вот там вдалеке белый дом виднеет. Да, вижу, вижу, вон там. Смотри, вижу, вижу. За нашим домом. Вон озеро мы проезжали, вот это вот. То есть вон то, вот белое здание, это вы, да? Да. Вон то, ваши соседи, а там где-то еще одни такие же. А видишь дальше, белый домчик да. за нашим домом виднеется. Вот там где-то перед этим домом только заканчивается наша земля. То есть вот это все наша земля. Да, многовато. Ничего у вас работки. Хорошего вас земля. Акры такие. Сангрия собственного производства, если что, то это. Не это, не обессудьте. Пацаны, за нашу встречу, чтобы у нас было чем побольше в таких встреч. Вообще это, да. У меня сангрия все время разная. Сейчас брали в магазин то, что было. Тут персики, персики, дыня. Ой, класс! Нормально, не сильно сладкая. Потому что сангрию продают, она сильно сладкая. Вот так вот это Вовик делает. Есть апельсин, дыня и персики. Какой-то вкус... Дыня и персик. Только понял, что она очень сладкая. Не, она не сладкая. Вообще не сладкая. Вообще не сладкая. Ой, класс, какой вкус. Вообще можно... И холодная. Не очень надо тебе. Классная. Офигенно. Вот а с фруктов не люблю. Может быть не классная. Да? Ну, конечно. Я люблю это... вкусные напитки. Вот это вкус. Не, он есть... Вот понимаешь? Там еще много. Я 5 литров привез. Крем. Карлайнс. А, это вообще круто. Вот, вот, вот это вкусно. И этот шериде тоже. Шериде, да, тоже. Это да. Белое да, с да, коричневым. Да, белое с черным. Да, да, да. Карлайнс любит. Вот это вкус. Я люблю вкусные алкогольные напитки. Попить себе просто. Ой, класс, кайф, да, да, да. Я его слепил из того, что было, блин. Сразу, на этот момент. На стоянке. Кайф, мы думаем, только класс. Купили, отошли на стоянке, сразу размешали, разломали, все выкинули, все, что не нужно. И все, и погнали дальше. Кома. Подожди, а что здесь, я тогда не понял? Вот это самая высшая геодезическая точка в Балентаеве. То есть выше нету?
Да. Мы на самой высокой точке Олентежи. Да. Я очень осторожен. Наташа, очень осторожен. Вот Сёма, молодец. Только держись. Настя. Держи. Держи камень. Или давай я тебя сниму. Не надо, держи, дай. Она работает уже. Эвору отсюда видно. Эвору? Прикинь, снимай. Там города далеко. Цветков, тебе надо залезть. Да. Не надо. Не надо. Потом пожарников туда я не поеду. Это точно. Цветков, ты куда полез? Я не залезу. Да и не пытайся. Давай, Рюк. Давай. С рукой залезу. Я не доверяю. Давай. Сюда. О, есть. О. Я из-за руки не могу залезть. Это когда было? В прошлом году. Это в прошлом году молния ударила? Да. Ничего, у него даже пробка отошла. Пошло отсюда вниз. Сделала заземление. И, короче, все разлетело. Да. Удар был крутой. Вот это заберу себе домой. За город. Вот эти вот, короче, куски. Куски большие. Были же там на дороге за 50 минут. Прикинь, какой удар был. На, на. Это... Забирай, поделки будешь лучше делать. Вот это возьму. Хорошо. Наташ, я бы вообще все это дерево забрал. Честно говоря, ну я не увезу. Вот это возьму. Я вот это возьму. Да. Вот это. Нет, тонкую возьму. Зачем тебе тонкая-то? Возьми толстую. А если испортишь? Да вон ту, вон длинную, толстую возьми. У вас труп есть? Да. У нас здесь есть труп. Ну это стервятники типа, да? Да, да. Вот они, видишь? Они высоко и далеко. Это урубы, это стервятники, это не аисты. Так мы же... Так это эти... Вот они. Алибуты. Алибут? Да, это алибут. Я знаю, я понял. Я уже вижу. Четыре штыка. Значит, подожди, а где у нас труп? Может быть у нас, может быть у соседа, но у нас здесь был труп, мы не нашли его. У нас здесь... Ну, тот труп животного имеется в виду. Этого, овечки. Мы потеряли тут овечку и не смогли найти. Они отсюда не улетят. Земля была когда-то, предки жили вот на Аминдуэре и здесь на Бароке. Жили предки. При Салазаре тогда, при коммунистах, забрали у них эту землю. Забрали... И прошло какой-то период, я не помню, что-то лет 10 или до 15, и этот дед, который умер покойный, обратно выкупил за деньги свою же землю. Да, да, да. Он выкупил за большие деньги, вот, брал тогда кредит, это мне уже рассказывала его жена. Я представляю, человек не спал, не жил кредит, все эти годы, думал, как вернуть. А кредит они не успевали выплачивать. Потому что было 25%. Да, 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 я понял. И они не успевали оплачивать это, но каким-то образом, вот они ее сохранили. Благодаря всему, да, что они вот так вот трудились, они разводили овец, у них было молочные овцы, у них Дед была молодец. Сырная фабрика, у них, короче, сохранил. Все вот такое вот. И он, в общем-то, вернул, выкупил это все свое. Выкупил обратно. Красавец. Угу. Как бы... Дважды землю... заплатил за свою землю. Да, землю своих предков. Вот. Ничего, она к тебе бежит. Да она вообще ручная. Слушай, да она вообще ручная. Это кнопочка. Моя то девочка. То есть ты это ее позвала, она быстро рванула? Да, видел? Да вообще, с такой скоростью. Моя девочка маленькая. Когда Суня. Моя хорошая. Это Владимир.
моя обложка. И она здесь постоянно, да? Да. Постоянно здесь красивая, да? Смотри, какие реснички у нее. Моя хорошая. Это есть нельзя. Боится. А это что, комбикорм, да? Это такая фаринка для них с витаминками. Ну как всё? Хочешь? Да. Иди сюда, хочу. Присаживайся. Это моя подружка. А, боишься? Незнакомая? Незнакомая что-то, да. Запах незнакомый. А, о, смотри, сзади. Нет. На, красиво. Ты их никогда не видел, да, Сенка? Что? Овец? Да. Ну, издалека, да? Но там вкуснее, там больше. На, иди сюда, к напусе иди сюда, иди сюда, смотри. Смотри, тут тоже есть. Кушай. Ой, это что? Смотри, иди сюда. Поедает, конечно, у нас со скоростью. Скажи, мне не сказали для кого. А пьют-то жадно. Как будто ей пить не давали. Вот это пьет. У них воды нет. Смотри, что там за кипиш такой. Забегали. Ничего не. Цветков, ты с ним вчера не пил? Ну, с ней нет. Сушняк у них конкретно. Сушняк серьезный. Я уже собрала команду. Бросай мячик, бросай. Брось мячик. Пока хозяев нет дома, мы развлекаемся. Бросай мячик, брось. Умнейшая собака, просто вообще умнейшая. Брось мячик, бросай. Бросай. Молодец. Эх, тебе не забить гол. Ты молодец, бросай. Тебе надо. Бросай, брось мяч. Брось. Так. Ну, какой ты вообще красава. Давай. Три. Тит. Бросай мячик. Бросай. Брось мячик. Тебя обманул маленько. Бросай. Где он? Смотри, он зритель тут сидит. Ох ты даешь! Ну вообще красава. Бросай. Спрятался, что ли, в тенечек? Молодец. Глаза рыжие. Рыжие с рыжими глазами. А ты что, это намек, да? Ну давай иди назад. Все. Молодец. Несется. Одни уши сверху. Одни уши. Смотри. У тебя один зайцы, нос. Зайцы, а у меня один нос. Спрячься, иди давай отсюда. Зайцы! И кто ловится обычно? Сахарабы вот эти, страшные монстры. Да? И ловятся? Что похоже на гиен. А, ты вот их подвязываешь, да? Лисицы. И да. Тоже, да? От всех не избавитесь никогда. Но все равно она же сюда приходит. Она не... Но они этого-то не могут поймать, да? Она же сюда приходит для чего? Чтобы съесть зеленок. И тут видит это мясо и попадается, да? Попадается и больше не съедает. А у тебя еще одна здесь, да? Есть. А
Обалденная у тебя работа, я тебе скажу. Скажи, шикарная. Тут есть мясо. Тут есть? Петя не согласен, кстати. Петь, ты не согласен? Кого, скажи, я только тут не видел, а? Мы сейчас такую зверюгу видели. Нет, не засел? Не, но убежал. Блин.